Двоих, здорово разобрался. Опасно, это Левин. Левина, да. И можно так и продолжать. Здесь Левин штрафной, уже опасный момент. Удар, дальний угол. Ох, и какой гол. 1-0 в пользу Зенита. Седьмая минута. Шикарное исполнение от Максима Левина. Да, с этим было очень сложно совладать. Руслан Юнусов пока толком не успел вступить в игру. Только ногами мяч пощупал. Но такое, конечно, взять практически нереально. Даже для Руслана, который у нас в Красноярске считается очень талантливым вратарем, который уже несколько лет в клубной системе за основную команду был заявлен, в этом году наконец получает полноценную практику в молодежном первенстве. Но вот смотрим еще раз. Левин здесь убрал Гануса в сторону, еще от одного игрока ушел. Это здесь Раздорских вернулся в оборону и пробил в большом количестве, наверное, около 1000, может даже больше. Вчера... Вот теперь уже ответная атака, перебью тебя. Матвиенко, прострел опасный, Воробьев бьет, и есть! Гол! 1-1, Ростислав Воробьев спустя минуту сравнивает счет. Вот не менее такая шикарная атака, хоть и более простая, но... Но комбинацию красиво расчертили, и Воробьев... В любом случае, геометрически все было здорово сделано, да, как бы? Да. Чуть проще, конечно, просто проход по флангу, прострел, ну... Удар тоже довольно сложный, может быть, он не такой красивый сам по себе, но он был, но наносился из-под защитника, сложно это взять, сложно среагировать, и Николай Рыбиков не успел это сделать. Вот здесь Матвиенко на скорости, здесь мяч никого не задевает. Ну, смотри, Луташев, да, на себя двоих тоже стянул в этот момент местного луча, выступающего в ФНЛ. Матвиенко снова на краю штрафной. Снова может быть опасно. Матвиенко убирает под правую и бьет гол! О, шикарнейший удар Ярослава, ну... Об этом качестве мы не успели упомянуть, но вот, знакомьтесь, друзья, Ярослав Матвиенко. Он умеет это делать, он неоднократно умеет это делать, и он это делает красиво. Да, голы сегодня просто на любой вкус, всего 20 минут посмотрели мы, то есть все три гола, по сути, быстрыми, так как в футболе величают, если кто-то за 20 минут успевает поразить ворота. Вот смотрим. Раздорских подключилась Матвиенко, тот в центр сместился. Есть перед ним свободная зона. Смирнов закидывает, но здесь Ганус, конечно, Гануса же. Гануса перебросить не получится таким, да, образом. Да, это не так уж и легко. Вот так. Здесь опять не совсем понятное и ненужное нарушение. Еще и желтая карточка подвисает сейчас на горчичнике Матвей Ужгин. 29-й номер, правый центральный защитник Енисея. И тут уже действительно опасный будет стандарт. Вот смотрим еще раз этот эпизод. Высоко задрал ногу Матвей. Были, конечно, уже он режет... Передачу направо, но Морев слишком запоздало пришел. Так, ну и здесь срыв атаки, желтая. Ох, даже выронил Михаил Сафонин. Погнался за этой карточку. Атакой. Да, и сам арбитр даже за ней не успел. Как только с газона поднимется Тимур Сахаров, да, это был? Он, да, это он. Эпизод обратно. Получит он желтую карточку, но, видимо, какое-то повреждение здесь случилось. Да, при падении, может быть, неприятно. Сейчас посмотрим. Подкате, может быть, по ноге досталось, наступил соперник немного или что-то еще случилось. Хотя вот тут Тимур вроде бы здоров. Hyundai.